Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала «Садовые механизмы». Добрый день, случайный зритель. Добрый день, хейтеры. Добрый день, любители качественной садово-парковой техники. У нас в гостях компания «Кайман» со своими бензиновыми самоходными газонокосилками серии XO55. Сейчас по порядку про них. Значит, первая – это модель XO55CV. Здесь машина уже идет XO55CV-BBL. И здесь машиночка у нас уже идет XO55CV-BBL-AL. Вот такие вот названия у Каймана, ничего с этим не поделаешь. В общем, газонокосилки профессиональные, газонокосилки работа 24/7. Это очень крутой ряд газонокосилок. Естественно, про каждую сейчас, чем они отличаются, с чувством, с толком, с остановочкой. Погнали. Итак, ну погнали про первую. Ну, во-первых, что хочу сказать, что модели 55, еще раз повторюсь, что они профессиональные и предназначены для участков аж до 35 соток. Это реально круто. Работают по траве, по ровным участкам, естественно. Итак, начнем с машины 55CV. Машина 4 в одном. Что это значит? Это мульчирование, боковой выброс, выброс-травосборник, ну, естественно, задний выброс. Первое, на чем хочу остановиться, что захват у всех трех машин 53 сантиметра. Что еще общего? Еще общего у них это двигатель от компании Кайман на 196 кубиков и на 6 лошадиных сил. У трех машин также присутствует бампер. Это, во-первых, удобная переноска, во-вторых, это защита вашей машины от столкновения. Чем еще отличается машина 55CV? Ну, во-первых, не только своей проходимостью, но и дека. Дека здесь шириной аж на 53 сантиметра. И сама дека у нас в специальном корпусе от Каймана. То есть он влагозащищен, он прокален два раза. То есть специальный корпус деки, который защищает и от коррозии, и от влаги. В общем, не заморачивайся, где ее хранить. Но лучше, конечно, либо в гараже, либо в сарае, ну, что у кого есть. Далее, колеса в подшипниках, естественно, закрытого типа присутствуют. Ход очень мягкий у газонокосилки. Травосборник на 70 литров. Также в машине присутствует, как и во всех трех, механическая коробка передач через карданный вал. Это очень важно. Здесь он как раз находится на панели оператора. Также рычаг регулировки оборотов двигателя, ну и, естественно, дроссельной заслонки. Все очень просто, вот таким вот образом. Она заводится, кстати, здесь стоит декомпрессия, очень легко заводится двигатель. Ну и, естественно, заднее – это подключение хода. Как только отпускаем, машина глохнет. Все достаточно просто. Ножи здесь реально очень толстые, вверенные. И, ну, я не знаю, что нужно косить, чтобы этот нож вышел из строя. Также металлические адаптеры ножа. В общем, машина надежная, машина профессиональная. Переходим к следующей. Погнали. Итак, перейдем к моделям XO55CV, только с аббревиатурами BBC и BBC-AL. Чем различаются эти машины, сразу скажу. Машина с аббревиатурой BBC, она идет 4 в одном. Это мульчирование, задний выброс, выброс-травосборник и боковой выброс. В машине BBC-AL идет только две функции. Это задний выброс и выброс в травосборник. Еще раз повторюсь, у всех трех машин травосборники по 70 литров. Также захват 53 сантиметра. И также идут бампера, также идут закрытого типа подшипники в колесах. В машинах BBC и нашей обычной 55CV идут еще специальные кронштейны, усиленные для ручки. Это очень важно. Еще хочу сказать про компактность сразу же, что ручки складываются, машина превращается в очень компактное. В очень компактную машину и может храниться у вас либо в гараже, либо в сарае, ну, где кому удобно. Также машина BBC-AL отличается то, что у нее идет алюминиевый корпус, как я сказал. В общем, также ножи у них специальные абсолютно по любой траве. И теперь самая главная фишка этих машин, друзья, это именно функция BBC от компании Кайман. Что же это такое? Обычно, когда мы отключаем ручку газа, машина глохнет. Но здесь при заводке машины мы подключаем ход и газ и едем. И как только мы подъезжаем к какому-то препятствию, мы можем отключить ручку привода ножей и с помощью фрикциона блокируется муфта ножа.
и машина, в машине нож не крутится. Тем самым вы защищаете нож, вы защищаете полностью деку и можете перевозить ее через бордюр, через препятствия, без разницы. Потом, как вы вышли уже на рабочую поверхность, подключаем обратно ручку и едем. То есть функция трактора. Полностью инструкция на каждой ручке из машин, где присутствует функция BBC. Это реально круто, друзья. Итак, друзья, подытожим. Все модели XO55CV идут на одинаковых двигателях. Кайман 196 кубиков, 6 лошадиных сил. Ширина покоса у них 53 сантиметра составляет. Высота от 2,5 до 7,5 сантиметров. 70 литров товаросборник. Машины 55CV и 55CV BBC 4 в одном. Машина BBC AL 2 в одном. Итак, ну и, естественно, у машины BBC и 55CV у них идут еще усиленные кронштейны. У всех подшипники в колесах. Ну, естественно, различия. Алюминиевая дека и деки от компании Кайман. Ну и, конечно же, главное различие у машин BBC и BBC AL – это система крутая BBC остановки ножа. В общем, выбирайте с чувством, с толком, с расстановочкой. А в этом вам помогут наши замечательные менеджеры, которые сидят по адресу. Город Москва, Полярная улица, 33А. Компания Кайман обслуживается, кстати, гарантия аж 5 лет, обслуживается в нашем замечательном сервисе по адресу город Москва, Алтуйское шоссе, дом 1. Переходите по ссылочке к нам на сайт, обязательно знакомьтесь с инструкцией, пишите комменты, ставьте лайки, ну и, конечно же, по возможности приобретайте. А я вам желаю счастья, любви, удачи. Пока!